Все, больше не буду водить. Пить. Ой, тут выпала эта хуйня. Что самый полезный лут? Ну, трикетная хила. Ну, я именно про треньку. Дойдете, суманите Жизелину меня. Япончик расставишь метки. Килов раскидаешь. Лястра, это у тебя включена мемность. И да, на этом боссе надо стопать. Когда его переводят с одной стороны в другую, когда появляется трэш, надо стопать. А мы вчера в ЗС, ДВшники, докуда дошли? После совета разошлись. Амарагрим! После совета мы разошлись, да? Да, после полководца мы закончили. Белорус, цепляй этот трэш. Чё там, ГВЕшек, воронок не падало? Падал ли одни тапки? Не, я имею в виду сейчас. Нет. Может, в одну кучу, но? Это голова на друида на мейн кому нужна? Охуенно вам. Я
Япончик, давай там метки, людей расставляй. Да я опять это замудал, сейчас зайду уже расставлю. Я просто периодически экран стопает и все. Вот Делору станчит. Ну это вчера они лагали, сегодня наша очередь, походу, лагать, я не знаю. Ну, блин, сегодня что-то много кто жалуется, ну ладно. Че, не вайпались на гидросе, нет? Ага, ты будешь смеяться, мы на Марагриме вайпались. Как, блядь, на нем можно вайпнуться? Трэш. Над этим можно смеяться. Так трэш просто заливать надо, блядь. Не ловили трэш. На пульчике виноваты, значит. Ты даешь, это сколько кусков у тебя на медведе? Вперед на мишку. Медведь даешь, нужен. Ему надо Т5. Хватит претендовать на друидские куски. Да я бы их с планеты удалил, этих всех друидов. Хороший танк, но очень маленький. Ему надо Т5. Поэтому отвалите от медведоёжа. А что ты не ролишь? Почему у тебя нету? Давай отсчет, да поехали. Подожди, дай хелопой. Там еще не резнули Ньютона. Это дело надо посмотреть. Прибав посол, по-моему. Стримак можешь подрубить? Денчик, вставай в рульбик. Шторы, вставай в трусы. Настя, вставай в луну, нямка, квадрат, просто отец, крест. Япончик, ромбик, даркес, трусы, Локи, луна, медведоёж, квадрат, гермпирс, крест. Да. Розелина, ромбик, пока тут, трусы, фростгорн, луна, энджи, квадрат. Алиастра, крест. А кто из локов пойдет в крест? Даркис, Локи. Метчис. Так Даркис и Локи, они, ты сказал, они возле в трусы и в луне. Я в рамбе, а крест там пустой. Могут выйти спокойно. Я прослушал, извини, где... У меня казончик еще встанет в трусы. И мгновенная будет в луне. Ну, что-то я персика прослушал, возможно. Главное, я расставил хилов, они запомнили, где они все стоят. Все остальные рассосетесь по метке. Видите, где не хватает, перебежите это все. Здорово, здорово. Кровавый узор. Да почему ты загрузку списка персонажей? Я уже и роутер ребутнул, и все. Кэш удали. Кому плюсовать, Юр? Япончику. В гильдию плюсуешь, и все. Зашло, 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 зашло. Не пульте, пожалуйста, вот я загружаюсь. Танки разобрались, кто что делает? Или озвучить? Ну, такая длинных, наверное, в акулу кидает Алёха, гвардейцев. Что-то... Все верно.
Трава, узор, что у тебя? Я в сети? Нет. У меня загрузка вот дошла до конца и повисла что-то. Ну, Микадзе-то тут. О, зашло. Зашел. Рычу на пул. По отчету пуляем. Какого оно танчит, когда стан на потени проходит? Что, на первой фазе же не надо это таунтить, да? Нет. Таунт только на третий. Блядь, киньте на меня фридом, на мне заряд и корни. Саппорт станы уходят. О, некто. А стан какая школа? Смотри. Тут цвет, не, наверное. Тут не такой стан, что ты думаешь. А цвета нет резиста. Ну, вообще-то есть. В магии света нет резиста. Да есть, Япончик, а можешь еще рассказать, где я? Я и не говорил, где ты стоишь. Мелики сами по меткам рассасываем, чтобы в каждой метке был хотя бы один. И убили флут на поле, заебало уже. Нардадыр. Приоритет гвардеец, странник и зеленый ваши мир. Зеленая луна. Зеленая луна. Лут. Кажется. Никто не может. Да, забыл, сорян. Проебали. Ну что, проебали-то? Ну не берется оно. Написано добыча Холфейн. Трусы зеленые. Мяка, давай этих убьем. На трусах да, это хорошо. На вид там окованный. Зеленый в рамбе.
Почему я моба один бил? Что за хуй? Сейчас элементаль дойдет. Странник клуна. Зеленый в трусах. Да, я включил. Зеленый ром. Страшный страшок идет. Мастер, поставь тотемное ядро. Эрдро, аккуратно. Мягко тебе дал. Блять, не вижу гвардейца. Зеленая в волне. Луна. Сова, не стой, не костой, иди побей в луне. Кирс тоже. Кто едет, там возит тебя же, блядь, зеленый. Странника и гвардейца. Иду, иду, иду ловить, иду. Странника, РДД. Босса ложу. ДД в кучу встаньте в центр. Ложа. Спата бьем. Тут чем? Лужа РДД. Позиди. Будет поменять? Поменяй, не спеши. Все, не трогай босс, пусть стоит на месте. Не, я думал, когда корни кидается, надо вытащить. Когда лужа. Видишь, станчиков нету. Лёха, хватит читерить. Да видишь, где я стою вообще? Да. Богаюс, нас всех зубанят. Когда лужа будет? Денчик, дай фридом повару. Долго. Очень долго. Ебануть. Или рано. Лужа. Радже лужа.
Подбегаешь, разряжаешь, ты опять убегаешь. Никаких станов. Ты босса сломал. Обратно, обратно, он танцы туда, где стояли до этого. Зардада зона. Давайте Геру. Не понял, Денчик, куда таунтик? Когда лужа будет. Когда не, лужа. Я понял, а куда ты говоришь, в РДД зону? Не, РДД зона, типа, станьте обратно. Вот сюда станьте, я стою, и сюда там. Ну я понял, понял. Я просто стою, на... блядь, вот тут уже проходит. У меня агро набирается, дайте сам. Сейчас дам тебе этот шанс. Меня Питерство опять залагало. Вот это таунти. Сейчас сару дать еще. Не, уже все. Садет. Опять должно быть. А? Просто за рендж выбегаешь, ни станов, ни урона по танку, вообще нихуя. Лужа там. Корни, корни в луже. Ой-ой-ой, сейчас я убью. Оверхильте или зону? Короче, ничего интересного. Мало дамажит сегодня, очень мало. Ага, если бы мы еще не вылетали, было бы хорошо. Я вон на 13 миллионах босс, у меня опять стопнулся экран. А ты... То есть просто ты запускаешь диспетчер задач и сразу же закрываешь диспетчер задач. Из игры тем самым ты не выходишь и продолжаешь играть. Это все эта процедура занимает секунды две. Но зато ты продолжаешь так же нормально дальше играть. Разролили шапку уже? Нет. Смотрю, старик сам рейды решил повозить. Идю новую собрать. Это не новая гильдия, кстати. Да, это старая, мы давно рейды. Там потом чуваки, кто рейды водили играть. Ну там нету всего, никого. Еще. Катер в борте лежит. Нашлынился. Ждем ссылка. Ханта, значит, 7К ИП нету, я отдаю Локина в спектр. Ваши мне говорят про него? Солдарам, микрофон выруби. А у Локов в спек есть? У новичка нету ИП. Локи танчить могут. Отдать ему на оф или нет? Да мне вообще без разницы. Мне вообще похуй на лут, честно. Ай, Локи. Он мне в заломан ходит, он молодец. Так, чё, куда дальше идём? ЦЛК ХМ. У Ханта нету 7К ИП. Ему ещё рано токены лутать. Там Войда, Войд, зайдешь в рейд. Угу. Мне можно.